научный. Но на его-то позиция. На его-то позиция с вами Мишка. И, блядь, Давид такой Давид. О чем все так? Галя, пиздец. Лобли. Там Бонни, слушай, Серега, там же Бонни была, я посмотрел, там пиздец, простите. И мы простили, и нас простили. Нас простили, конечно, больше. Ой! Алиджан, ты куда? Ох, молодец. Ох, молодец, красавец. Ох, ты классный, да, бля. Забивай, Ванёк. Да, бля, ты хочешь так-то в другую, ёпфа. Юдекс! Уже, блядь, 400 метров пробежали уже. Ну, нафиг, да, вложил, здорово. Ну, да. Блядь, сейчас обрежете, привезете ее, там четверо. А Ембарт не играет, да? Да нет, у него Пах. Ембарт Пах. Пах. Да, у него, блядь, прошлый год, да? Пятый год, Пах. Это, опять голевую чита дает, блядь. Чита, блядь. Красава! Красава! Вот, это братаня, Егор заберет. Не гони, не гони, еб. Горишь, Мишка? Помните, на Струнинском? Да. Я его не видно поставил, я сегодня просматривал. Нет, да, я через Вовку надо смотреть. А Вовка не выкладывал, говорит. Ну, нет, ну, я смотрел. Здрасте. Здрасте, генерал. Сам генерал. Беги, Вань, беги, Вань, беги! Убегай, убегай, Вань, беги! Беги, Вань! Ну это тоже, не, ему надо было дать. В рамках-то ест. Я не знаю. Опа! Я Серега, как телефон, какой у него? Какая марка у тебя телефон? Айфон, у него айфон. Мой, 20-й, 20-й. Что ты такой, парень? Как раз для моей башки. Здесь мы! И всегда-всегда мы будем вместе! Вот мы! Как так, блядь? Готов! Вместе!
Там пишу. Зарк Саратов. Выигрывай, выигрывай. Да, да. Эрогенная зона. Да. Хорош! Вот это разорвало. Ну, хорошо. Знаешь, что это разорвало? Где же бывают такие моменты, блядь? Ваньку тут хотел, блядь. Давай, и через него же еще. Не, мало, нападений мало. Кто твой рёд? Вот это я. Я там выиграл. Там читаю, сожрёт. Честно, какая мать. Куда ты нас куда? Да нет, ну головой тебе надо дружить. Это раньше просто там. Пробить молодец, не получается. Тоже. Штраф то отдали, блядь. Все четко было. Ну, понятно. Молчал? Дай ему, блядь. По поворотам! Блядь, ну не так, вот. Девятину, но не так. Он кух проникает. Ну ты проси, блядь, Гаргасу, чтобы тебе купил на телефон. Вот купим на работе. Этот телефон уже где только не был. Мы, прикинь, Андрей, заглушку. Да, дует. Заглушку хуяк, сварной у меня стоит, на хуяк открывали. Надо доставать. Мой телефон привязан, фонарик включаю, доставь ее, как ты из трубы. Охуел увидел, нахуй, гараж. Ебать, вот тут жить нихуя, блядь. Тут жить можно. Кто бой, блядь. Да, Михаил, ты Корми, что они менты, они же не должны обижаться. Да попробуй. Полицейские. Они же, блядь, не менты теперь, блядь. Мы застрелили. На самом деле. Ты вроде Калик, я знаю. Нет, они же не милиция теперь. Я тебе сразу кажется покажу. Ты уже попал, блядь, в объекты. Вот ты когда сам стоишь с щитом, тебе приятно, когда вот эти, блядь, обезьяны, блядь, они похуй. С фратерей, блядь, пихают тебя там, ты. Ну, знаешь, что такое, я ты вам достается, блядь. Да, вот знаешь, когда хорошо? На Болотной площади, вот это было хорошо. Щита, блядь, щита говно обожался. Это ж когда с Ющенко они, что это... Бежались, блядь. Не прыгай, не прыгай. Стой, стой, пиалча! Рот. Народ, хорош. Это, блядь, реально, пацаны. Базан, ты когда форму будешь снимать? А я говорит, без формы бью, блядь. Ну, только гаишники не любят снимать форму. Остальные все снимают. Они с оружием, а нельзя выходить. Вообще, с оружием нельзя выходить. Нет, там сейчас другой приказ. Там приказ специальный. Вот тогда, после этих, после волнений, когда мы обвинили в этаж в Ярославле, когда мы ОМОН-то... Ветер, блядь, еще. Сейчас судья будет бить, смотри. Судья, бей! Да нет, ну что, можно. Ты у меня, блядь, помнишь, нахуй, 1000 килограмм. Не бей сразу. Что он там? На всех по фамилии. Как далеко. Ну это уже что? Гол, мужики, гол. Гол, да!
даже не орется, блядь, только ворачивает. Зацепил, попал в самую ступню. Самую ступню. Голеностоп, блядь, дал, блядь. Осел, блядь, бороду подойдет. Не выедешь нихуя в свои деньги. Тогда вновь хмеешь и рисуешь, блядь. Вот так вот. Нормально, нормально, нормально. Выходи сюда, открой, конечно, блядь. Зачем туда давить побежать, блядь, на него? Ближе, 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 ближе. Давай, давай, давай. Горишь. Двигай, бля, хуй стал! Давид не идет, ёптю мать! Сам пошел, бля! Давай! Уже никуда не идет, нахуй! Давай, бля! Давай, бля! О, бля. Давид, твой. Юдэс! Как не поверчать. Юдэс! Пока. Юдэс! Ловки с собой свои потерли. Юдэс! Где чётко? Юдэс! Дай сливи, дай, бля! Играй, играй, играй! Это охуенно! Ты че, еб, чучело от тебя, вратаря мяч-то, блядь! Блядь, тут вратаря был. Сделал при ударе не играть читали. Ваня, блядь, ты ж там нахуй. Стали, все, блядь. Хорошо въебал, бля. Дай карточку ему, ебаный урок. Красную ему! Красную ему! Выгоняет память. Красную теперь ему! Я не вдал руки. Четвертый вопрос. Вопрос. Давай, давай,
Давай не стенку на стенку! Программное время. Да, по второй программе. Да, по второй. Еще один твой промах, судья! И ты сидишь вместе с нами! Гор, блядь! Чего? А кто матом сказал, что? Ну что там был такой, блядь? Ну они его пришли в штык, блядь, ему. Ну, понял же, что-то, понятно все, по лицу тебе. Васильевич, накерни ему по башке. Да, что не знает, еб, он девочка. Он прав не знает, правил не знает, блядь. Жизнь такая, не мы такие. Футбол опасная игра. Там сразу ноги свой. Какой-то мертвый. Ну да. Он вначале человек нормальный был. А сейчас вообще не можно разобрать. Задолели уже вообще. Наконец-то они кончились. И винить некого, елки. Сам виноват. Ну! Ты чё, блядь?
блядь? Ты что делаешь, блядь? Вообще понимаешь, что или нет? Осел, блядь. Карту купи, блядь. Лапай. Иди отсюда. Вот она или подними, не опускай больше. Ем. Привяжи ее к себе в куху, блядь. Ты индус, блядь. А смотри, блядь, засунем тебе ее куда-нибудь. Ем. И свистеть будешь, блядь. Как это? Газ мяс, блядь. Тут-то вне игры не было. Вот стой на центральной линии, не дергайся! Опять туда ушел. Как у нас? Так, пожалуйста. Да пятый попытка. Никого на ближе нет. Там тебе гарантия. У нас как-то понять зовется. Поедем? Поехали. Что ты хочешь? Глупо дело. Ром. Водка, коньяк. Дави. Пивом, да. Дай центр, блядь. Середин Давид. Хорош, Давид, молодчик. Хорош. Режь. Бей! Бей! Ты его попал, да? Минут 5 добавим. Да, блин. Ну, это Ваня. Вне игры. А что вне игры свистеть? Никто его не тронул. Он его не... Нет, ёпта, сколько пьяных, а, ёбаные. Я тебе ногу, блядь, дома вправлю! Оба! Вот и так, вот и так! Ты, блядь, левый вправо! Два дня назад! Бля, обновила сыграть! Он говорит, меня качнул, помнишь? Вправо дай! Он говорит, меня качнул! Руби! Нет, ты, блядь! Хорошо, нога ты! Нет, ничего! Давай, дело вдали! Ты поехал, Коля? Нет, пожалуйста! Не-не-не! Все рабочие, пока не смешно. А он твоим бушлату сейчас подарил, блядь, браузер открывает. Дети форма делают. И чего-то. Пивай! И вгони! Не, он все четко бежал. Нахуй не игры, блядь. Ну!
марш, марш! Поднять Гладышев! Поднять Гладышев! Я тебя спас! Поднять Гладышев! Давид, стегами, Давид, оставь его! Чита, чита, медленно! Вот и все, чита! Хорош, манёк! Вижу! Нормально, нормально! Домой, домой, чита! Да нет, это не как вам подсказать. Перестроиться, блядь, разобрать. Дальница, блядь, строена. Вот это, блядь. Чуть-чуть нахуй, не могу горе. Сейчас на кладе, сука. Вот это, блядь. Ну, когда пусть, пусть. Здесь мы не переигрывали, сука, пока нам гол не забили. Все. Все. Витя, домой-то! Нет! Юдар!